У нас всегда солдаты это как не люди, а как это разменные монеты. Они нас отправили как на убой, знаете, так скотину режут на убой, так и нас отправили. Для чого ті жертви, скільки пішло пацанів, для чого от іменно то все робиться? Цей шок є, звісно, але ти його подавлюєш в собі. Ну, не показуєш таке. Можливо, вона потім дасть себе знати. Да, мені потрібно було терпіння, тому що було багато людей, якби на моїх глазах людей розривало на куски. Ну, сейчас у нас зайцев поделили пополам. У каждого человека поворачиваются мозги о том, что уже ну, все потеряно, все кончилось. Нас здесь ну, просто не видят. Уже мы говорим, бахните уже по нас, что ли. Только тихо было.